Чувство сопричастности к большому счастью дороже всего на свете. Уже не первый год республиканская акция «В школу с добрым сердцем» помогает нуждающимся гражданам и их детям собрать необходимые принадлежности для обучения. Ленинский районный комитет общественного объединения БРСМ при поддержке республиканского унитарного предприятия «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» провели завершающий этап акции и поздравили детей из приемных семей с новым учебным годом. Мы собрались сегодня здесь, чтобы поздравить деток из приемных семей и подарить им хорошее настроение, сюрпризы, улыбки и, конечно же, подарки. Благодаря данной акции мы собираем канцелярские товары, которые помогут детям выражать себя через творческий процесс, что является важной частью их развития. А учителям помогут в организации уроков и развивающих знаний. С добрых поздравительных слов начался день для участников акции. И по ежегодной традиции дети не остались без подарков и сладких угощений. Есть такие люди, которые помогают, чтобы в школу детки и шли с радостью и были готовы. И вот сегодня, присутствуя на этом празднике, я хочу сказать, что в Ленинском районе, да и в городе Бресте, все общественные организации подключились к этому мероприятию, все предприятия. Поэтому сегодня мы хотим дарить вам улыбки, мы хотим вам дарить подарки и вообще доброту, что мы с вами, мы вас поддерживаем, хотим, чтобы праздник прошел замечательно для нас всех. Мы вас поздравляем с началом учебного года и желаем, что все-все у вас получилось. Мы за вас. Яркая и веселая анимационная программа с любимыми героями подарила всем присутствующим настоящий праздник, который заполнится надолго. Благодарные дети, наполненные любовью, выступили с ответным жестом, подарив музыкальный подарок гостям. Владислав Якимович удивил всех своим талантом, исполнив песню не хуже профессиональных артистов. Сядем с отцом, тихо спаем, про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом, деда лицом. Очень круто, весело. Спонтанно получилось, позвонили, мы согласились сразу, вот, приехали, было круто, мне понравилось. Никогда не стоит забывать о благотворительности, и что может быть лучше детской улыбки. Если вы делаете поступок на благо общества, то те, кто наблюдают за вами, с большой вероятностью последуют вашему примеру. Коллектив Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру ежегодно в числе самых активных участников акции. Никто в Бресте не... Ни один человек, ни один житель не остался безучастным к этой прекрасной акции. Наш коллектив все годы участвовал во всех подобных мероприятиях. И когда мы сказали, что давайте и мы поучаствуем в акции «Доброе сердце», то моментально люди откликнулись. И именно своими собственными средствами, а не средствами предприятия. Поэтому сегодня вдвойне приятно детям помочь. И чтобы всех в начало учебного года появились улыбки, хорошее настроение, силы, чтобы весь год прекрасно учиться, осваивать знания, заниматься спортом на благо нашей родной Беларуси. Мир, в котором завтра жить вам, это то, чему вы помогаете формироваться сегодня. Именно такие цели преследует Белорусский союз молодежи города Бреста. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.